Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы отправляемся на выставку «Образы воды в христианском искусстве», которая сейчас работает в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». С первых стихов книги «Бытия» появляется вода в тексте Библии. Вода – начало творения и всемирный потоп. Река Иордан и в целом воды крещения как духовного очищения и рождения к новой жизни. Морские волны, окружающие острова с монастырями и тем самым отгораживающие монахов от мирской суеты. Всепоглощающая бездна апокалипсиса и чистый источник небесного града Иерусалима. Вода, как аллегория благодати, эти и иные изображения представлены на выставке. В своей повседневной работе мы очень часто встречались с памятниками, на которых изображена вода, водные источники. Они выступали в том или ином качестве, несли в себе ту или иную смысловую нагрузку. И нам показалось очень интересным собрать все эти памятники в одном зале и проследить, собственно, вот эту символику, да, изображения воды и водных источников. В состав выставки вошло около 70 произведений, но, безусловно, это прежде всего иконы. Но сама коллекция музея, она очень разнообразна, поэтому вы здесь можете увидеть и произведения медно-литой пластики, эмали, старопечатные книги, гравюры, копии фресок. Очень интересно проследить, что вода может выступать в самом разном качестве. Мы видим, что вода является источником жизни. Вода губит все живое. Ангел изливает чашу гнева Божия в море, и все живое гибнет в воде. Вода является источником благодати. Вода является символом возрождения к новой христианской жизни, символом духовного очищения. Вода служит естественной преградой ограждающих святых от внешнего мира. В воде
они принимают свою мученическую смерть, в воде они совершают чудеса. И, собственно, в Откровении Иоанна Богослова вода является всепоглощающей бездной, из которой возникает Антихрист. И вода является тем кристально чистым источником, который дарует благодать всем достойным Царствия Небесного. Я бы хотела вам представить очень интересный образ. Это двусторонняя икона XVII века. Интересно, что обе ее стороны имеют отношение к теме нашей выставки. На одной стороне мы видим изображение праздника Богоявления. То есть, когда мы говорим о воде, о Новом Завете, мы прежде всего говорим именно об этом событии, когда в водах реки Иордан был Иоанн Креститель, да, крестил Спасителя. На второй стороне этой иконы изображен праздник происхождения честных древ. Это событие ежегодно происходит в Константинополе, когда частицы животворящего креста Господня проносятся по городу к источнику, где, собственно, совершается освящение воды. И здесь изображен иерей, который освещает воду. И вот этот поток животворящей чистой воды, которому преподают и получают благодать все страждущие и молящиеся люди. Мы все понимаем, что Николай Чудотворец, наверное, наиболее популярный святой, к которому обращаются в своих молитвах, наверное, каждый из нас. В собрании нашего музея очень много икон с изображениями этого святого, поэтому выбор наш был очень труден. И три памятника связаны на выставке с этим святым. Я бы хотела обратить ваше внимание на достаточно позднюю икону Николая Чудотворца с клеймами. Но она интересна. Интересна прежде всего тем, что на первый взгляд мы видим святого, изображенного на таком вот живописном фоне, где мы видим и воду, и корабли. Но на самом деле это не просто фон, это тоже изображение двух прижизненных чудес. Усмирение бури и воскресение погибшего корабельщика. То есть вот мастер, который писал эту икону, вот с помощью такого живописного приема поместил еще два чуда на эту икону. Дорогие телезрители, мы завершили рассказ с выставки «Образы воды в христианском искусстве». Всего вам доброго! До новых встреч!